Гриша, что у тебя? Ну, тогда ты все равно придется. Ты сказали, что сюда посадишь. Что же случилось? Ничего не случилось. Разобрался? Так точно. Там один диктант, фамилию не помню, раструбил. Что он у балерины, в Сетинске, на двоих кладбере. Проверил все. Чушь это? Ну и дальше что? Так там эти водоискатели, там резут, кровь, как рады. Директор косит. Домой. Ну хорошо. Позвони от моего имени в Петроградске. Лучше не иди. Иди. Все, все дома. Все, этот сам домой. Помочь? Никто не может.